Это Brawl Talk. Годзилла. Смертоносные ростации бравлеров. Яйца. Новые гиперзаряды. Куча скинов. И гиперзарядный скин без послова. Пожалуйста, кто-нибудь спасите нас. Что за фигня, парни? Вы же рушите мою модель города. Добро пожаловать на Brawl Talk. Brawl Stars объединился с Годзиллой и подготовил для вас чудовищное событие. Вас ждет много наград, как открыть новым способом. Монстра-яйца. Кстати, я новый мэн. Сообщество. Разбивая монстра-яйца, можно получить монструозные награды. Монеты, очки силы, кредиты, деньги, новые скины и мутации. Что? Все так. Внутри яйца находятся мощные мутации, которые меняют ваших бойцов. Они могут влиять на, например, у Бо неограниченное количество минут, другие на обычные атаки, ПМ бесконечные боеприпасы, а некоторые просто сеять хаос. Например, при ударе по Хэнку он выстрелил рыбами торпед. Доступно всего более 30 уникальных мутаций. Все они чумы. Главное, посмотрите завтра автора контента Брабл, чтобы увидеть все в действии. Мутация доступна в игровых режимах, соответствующим модификатором. Мутация действует только во время событий с Годзиллой. Так что наслаждайтесь, пока есть такая возможность. Слушайте, парни, это мутация или мне надо к врачу? Как получить монстра-яйца? Мне нужны монстра-яйца. Ребята, успокойтесь, пожалуйста. Их можно получить в новом игровом режиме. Разгром города. Этот новый режим вы можете стать и меха Годзиллы. Сыграйте всей командой вот это. Как только соберете достаточно, один из вас станет Годзиллой. Режим зря назвали раздать команду, кто лучше всех разгромит. Победа в разгроме города до 6 монстра-яиц каждые несколько дней. Поражение – редкий приз стар. Наконец-то для неудачников. А еще вы получите монстра-яйца в ежедневных наградах, как и призы стар. Получите гиперзарядный скин и кристалл. Бесплатно. Если вы в клубе, то во время события достаточно гигантское яйцо. Если вы не в клубе, вступай в клуб. Каждое открытое монстра-яйцо помогает развить таинственное. Помогает раскрыть таинственное гигантское яйцо. Чтобы получить самую главную награду, и эксклюзивные бесплатные скины. Зарядные скины — это новая редкая. Если вы не в клубе, вступайте в клуб. Помните, каждое монстра-яйцо дает вам награды и мутации. Прогресс события для всех участников клуба. Так что для игры в этом событии лучше всего вступить в клуб, там где много активных игроков. Если участники собрали достаточно много яиц, то кристаллы гиперзарядные бесплатно. Эти награды можно получить совершенно бесплатно, просто играя в игру. Если вам немного не хватает победы, можете докупить яйца. Это тоже зачтется к прогрессу. Если вы не в клубе, вступайте в клуб. В сезоне Годзиллы будет скин Тик Меха Гидорок. Больше скинов. Кто сказал больше скинов? Меха Годзилла Нита. Мотра Ева. Супер Рейнджер Бро. Красный, фиолетовый, черный и синий. А как же Годзилла Бар? Ищите его в монстра яйцах. Или откройте вместе со своим. Если вы не в клубе, вступайте в клуб. Событие с Годзиллой пройдет с 29 апреля до 20 мая. И это лучшее время для получения наград с монстрами. Парни, как бы вы назвали кого? Покуститель. Или новый мифический боец Лили. Участник трио Кордилиуса. Друганой или враг? Раньше Иви была обычной девочкой, но потом однажды погналась за светлячком и оказалась в зачарованном лесу, где попала в плен к волшебному цветку. Теперь
Верные растения и человек и светлячок сразу, и очень сильно. Лили очень быстрая ближняя атака с одним боеприпасом. И она заражает супер, когда находится рядом с супер Лили. Трава по противнику, которому он телепортируется за ним. Ее титул за мастерство называют Ваноза. И она наверняка получила его благодаря своему суду вместе с остальным клубничной девочкой. Первый из двух бойцов, который появится в следующем обном. Будущий боец создан специально для всех металлистов. Готовился к этому моменту всю жизнь. Драко — новый легендарный боец. Мастер игры на гитаре. Он обитает в новом районе под названием Парка Кошмарное поместье. Драко — талантливый артист, развлекающий посетителей парка с ковлением с огнем и с драконами. Это боец ближнего боя, вооружен концом. Как у всех танков, его супер заряжается от получаемого урона. При активации супера Драко забирается на спину еще легендарного звезда, своего нового дракона. Когда Драко садится верхом, это увеличит его скорость передвижения, снижает и дает ему огненную атаку в его области. Супер делает дать настоящему грозным противникам, более контролировать и ключу. Контролировать врага и ключу области на карте. Он выйдет со скином «Темный рыцарь Драко» 29 крыска. Не мешай, я взламываю мейнбрейк. Чувак, у тебя комп не включен. Настало время кибербоя. Да, на этих скинов свою коллекцию. Еще больше скинов. Скин Брал Пас, Хакер Бро, Супер Хакер Бро и RGB Хакер Бро. Варианты Брал Пас Плюс. Кибер Б. Это какой-то глюк. Цифровой Фэнкс несет ваш Firefox. Ищите баг Ларри и Лори в ранговых призах 100. Вирус Чарльз льет историю вашего брата. Взломайте доступ к этим скинам в кибербою. Это все? Нет! На подходе 6 новых гиперзаряд. Брок запускает 6 сквал. Сэнди и его команда прибавляют их скорости к песчаной буре. Его супер также замедляет при приземлении. Нита гиперзаряжает Брюса, увеличивая его скорость. Макс бросает энергетики всем участникам команды, увеличивая их скорость и частично заряжая супер. Голова проследует врагов быстрее и оставляет после взрыва 6 мини-мин. А суперджина разделяется на 3, каждый из которых может схватить по врагу. Нокаут 5-5. Чем меньше бойцов останется в команде, тем они будут сильнее. Появился новый ранговый модификатор. Второе дыхание. Если вас ожидается, где их победить, а не в исходной точке. Это все? Нет. Больше скинов. Новинки за 29. Пляжный Брок. Байрон, которому пора остаться. Пляжный Фрэнк. Для солнечного дня. Снежная Королева Андер. Обращается в скин за 299. Получает полный комплект легендарного скина. Театральный Мортис. Прилище, о котором вы не скоро забудете. Больше скинов. Белый Байрон. Руи Шуни. На гидроцикле. Продюсер Барба. Космопиратка Пэн. Пианино 8-бит. Вот этого нет в ранговых скинах, но есть алый паладин Вольт. Больше скинов. Геймерша Биби. Да, она настоящая гейм, хоть и больше по мобилкам. Белая ниндзя Тара. Для случая, когда более темных ниндзя не подходит. Сквад Бастер Шелли. Обновленная Шелли из Сквад Бастера. Новый скин у Суперсел Мэйк. Тём Мурай Джин. Кошмарная Сэнди. Кстати, о голосовании. Обязательно прочитайте про компанию Суперсел Мэйк. Берем Мистер Пи в игровых новостях. У нас также есть несколько золотых и новых серебряных скинов. Кому бесплатный значок? Бесплатный значок. Теперь все? Да.